Так, ну что, продолжим наши игры. Я из цилиндрика сделал маленькую. Я хочу вот здесь перила сделать. Для того, чтобы сделать, самое простое, это вот выделить вот эту часть, эту часть, эту часть. Сказать Shift D, поднять по оси Z, вот так, и сказать сразу P, отделить от ее. Все. Теперь мы ее можем сказать Е. А нет, но сначала надо выделить. Вот это красное выделение. Зачем они, дорогие друзья? Зачем? Е. Edit mode. Выбираем это все. Еще раз. Мало нам выделений. Ну давайте поднимем. Вот так. Такой парапетик сделаем. Вот мне странно. Подождите. Почему он вот так работает? Если я скажу букву Е, то видите, он как бы вставляет незаполненную вот эту верхнюю часть. И тогда приходится действовать так. Сказать F, ой, F. Нет? Так не будет? F. Так, ладно. Так, это будет F. Понятно. Это с этим будет F. И это с этим будет F. Прекрасно. Мы все подружились. Так, теперь... Теперь все хорошо. Берем вот этот колышек. Где он там у нас? Объект мод. Где он у нас? Вот здесь, да? Ну, сверху, если посмотреть, то он совсем где-то в стороне. Ну, G. Сейчас мы его установим. Так вот. И вниз. Я уверяю вас, ребята, это вот парапетик очень сильно украсит наше пожарное депо. СПЗ. Вот так. Единственное, теперь что тут у нас? Надо взять Рэй. Можно было проложить здесь как бы что ему рассказывать? Просто сделать вот так, смотрите. Будет ли она правильно работать, вот в чем проблема. Но на всякий случай покажу. Мы смотрим сверху. Вот казалось бы, да, оно должно великолепно работать. То есть я беру вот этот, беру сюда. Здесь. Это у нас не что иное, как курва. Правильно? Кто-то сомневается, что это курва. Я могу показать. Вот она, бицепс курва. Так, и тянем наверх. G по Z. Вот, притянули наверх. И теперь можем спокойно сказать, что, ребята, мы по ней сейчас эти столбики засунем. Да? Ну, на всякий случай уберем тут всякие трансформации. Вот этого тоже уберем трансформации. И теперь смотрите, казалось бы, да, мы берем модификатор курва и просто ему говорим, что у нас только один БЦР курва. Вот так, да? И что происходит? Он начинает где попало. Так. Ну, сейчас по-другому еще попробуем. Подождите. Сначала мы возьмем Array. И вот иногда бывает, ну, просто, ребят, ну, просто проще работать без всяких курв.
Вот так нас сделал, подставил, тут подставил, и все. Но мы все-таки попробуем. Может быть, кто-то из вас найдется и скажет, ты что-то там неправильно все делаешь. Так, и вот теперь мы говорим бы циркулы, она улетает. Мы говорим, что x, она улетает так. Мы говорим, что y, она встает так. И мы говорим, ну-ка, теперь. Видите, она уходит спокойно. Поэтому плевать я хотел на вашу корму. У меня есть array. Я сейчас скажу, на какую сторону надо. Так, вот так. И поставлю ее g. Так, вот я скажу минус сейчас. Минус. Здесь минус поставить. Тогда они сюда все появятся, да? И я вижу, что их дофига. И мы уменьшаем. Вот, еще одну поставили. Все, ребят. Вот она встала, да? Что еще желать? Нечего желать. Смотрим, если все в порядке, объект. Вот, смотрим. Они отлично стоят. Значит, мы берем, говорим Shift-D. Просто переносим сюда по оси Y. Так. Далее мы опять говорим Shift-D. Z, F, Z разворачиваем на сколько здесь? 90 градусов. Вот так. И берем этих красавцев, гвардейцев и тащим G по X. Вот сюда. Так. И здесь уже мы определяем, сколько нам надо. Мы сейчас берем эти G по Y, вот сюда подтягиваем и смотрим. Убираем лишнее. Нет, не отсюда. Да какая разница-то? Если уменьшать вот так и G потянуть по Y и посмотреть. Ну и все. Какие проблемы? Немножко вытянуть сюда. Ну, так. G по X. Ать. Нарушил что-то. G по X. Вот сюда ставим в рядочек. Я уверяю вас, что не всегда получается точно с этими с курвами, поэтому плевать я хотел. У меня вот это надежнее, GZ, и с ней я и буду работать. Так, вот этот надо опустить. Вот так. Есть. Ну и вот этот тоже. GZ. Все. У нас прекрасно все выстроилось. Мы можем вот эту еще сказать, что у нас будет немножко поуже. И будет их 9. Вот так. И подвинуть. То есть здесь уже по игроку ваша фантазия. Что хотите, то и делайте. Так, ну что ж, выглядит довольно-таки хорошо. Сколько времени у нас? 9 минут. Как раз у нас остается время на то, чтобы поставить здесь эту башню, с которой так говорит. Как ее лучше сделать? Сейчас я подумаю, подождите. Нам нужны громкоговорители. Есть такой вот как бы лесенкой, да?
Лесенка и чудесенка. Мы можем сделать так. Сейчас мне пришла в голову идея одна, потом сразу вторая. В общем, полно идей. Возьмем сейчас, так, у нас ничего не выделено, нет. Возьмем сейчас вот этот. Хи-хи-хи, конус. Где он у нас, конус? Вот он, конус. Давай-ка тебя наверх поставим. Тебе надо всего 4, мне надо. 4. Так, наверх себя. Жзет. Пока так оставим. Так, ну и все. Уж оно, в общем-то, здесь только что надо. Мы с вами сейчас сделаем следующее. Возьмем Ctrl-R. Пойдем в эти Edit Mode. Возьмем Ctrl-R. Вот так. И начнем ее контролировать. Вот так. Так. Теперь. Это неправильно. Это неправильно. Это совсем неправильно. Надо ее вот такую сделать, решетчатую. Для этого. И со всех сторон надо сделать. Подождите, ребят. Так. Со всех сторон теперь и. Все. Можем это сдвинуть немножечко. Так вот. И удалить. Фейсы. Все. Вот такая вот. А теперь как-то надо сделать так, чтобы здесь были такие палочки. Раз, два, три, четыре, пять. Так, давайте посмотрим на нее серьезно. Скажем так. Ну и развернем одну из нас к нам в стороне. А есть один способ. Сейчас мы его проверим. Это будет RPZ на 90. На 45. Вот так, на 45 будет правильно. Почему она одна потоньше, вторая? Потому что нет, так кажется. Вот, на 45, да? И теперь возьмем сейчас следующее. Возьмем вот отсюда какую-нибудь точку. Вот эту точку возьмем. И скажем Shift D. Вот наша точка. Тоже наша точка. Теперь Е. Вот она пошла. Но я бы хотел, чтобы она сразу же... Какой же это... Ой, ребята, есть специальный... Есть специальный такой модификатор, который делает его толстеньким. Так, а вот какой? Скин? Да, не. Какой-то модификатор делает сразу там кубик. И мы могли бы тогда солид. Нет. Ну ладно, неохота мне сейчас искать. Давайте сделаем так сейчас. Возьмем этот, да, скажем, Е. А, давай теперь же, да?
сне. О чем теперь я вам думаетесь? Удалим. Удалили. Так, то есть я сейчас хочу сделать следующее. Сбоку. Или пойти поискать, эти пойти поискать, ведь я тогда же не двинусь, в следующий раз опять буду кричать, что же это такое. Сейчас, я знаю этот туториал. Остановимся. Ну вот я нашел, но уж очень она какая-то корявая вся. Сделаем по-другому. Я сейчас возьму вот, допустим, куру вот здесь, пойду вот деп. И сделаю ей resolution всего один. Вот. А, интересно, почему она так работает на концах, начинает увеличиваться. Это мне не надо. Угу. Значит, по-другому надо. Значит, возьмем другое. Возьмем вот этот флекси. И возьмем вот так, 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 так. Немноговато. Мне кажется, многовато. Еще раз. Сделаем шаг побольше. Так, так, так. Вот так, 4 вполне хватит. Так. Даже вот это надо было сюда немножко. Ну, сейчас. Так, и теперь мы ее выберем и пойдем, скажем, деп. Ну почему они по концам расширяются, ребят? Не можете это объяснить? Нет, совсем не надо. Короче. Надо думать. Короче, не нашел ничего лучшего, как старым дедовским способом. Так, R повернем вот так. Уменьшим. Возьмем вот этот. И еда. Тут тоже Е. Так, секундочку. Сейчас пытаюсь сэкономить. Если мы сделаем так, подождите. Вот возьмем вот эту штуку и потащим, вернее, мы, давайте мы вернемся, как вот она стояла вот так, да? Уменьшим малость, вот так, так, и теперь возьмем вот это ребро. Не думал я, что на нем заторчу. Вот это ребро и потянем его. Будет Е по X. Ну вот, примерно. Так. И теперь мы эту штуку повернем. Повернем R. Вот так. И подтянем сюда.
Вот так. Допустим, раз. Можно еще побольше повернуть. G. Нет, это R. Вот так. И ее расширить немножко. Вот так, да? Там. Смотрим. Ну и теперь Shift. Shift D. Сюда. Shift D. Сюда. Теперь Shift D. R. Поворачиваем. Вот так, допустим, и ставим сюда. Вот сюда. Так. Правильно поставил? R. Ну, где-то вот так. Так. И следующее. Shift D. Как-то все через задницу. Ну ладно. И еще Shift D. Вот так. А это еще разведем R. И поставим Shift D. Нет, G. Вот сюда. Так. Ну, не бог весть, но что-то такое похоже. А теперь нам надо посмотреть на все эти. Почему эти сюда? Так, этот сюда, этот уберем. Я понимаю, что дерьмо получается, но пока вот другого не нашел. Дальше мы эти все выделим. Этот. Вот это такая маленькая деталь, которую, в общем-то, не видно будет. Но, ради бога, мы можем сказать ей, дорогая, не волнуйся. Неправильно это. Все. Ребят, я буду думать. Я ушел. Фейс.